штата? Пенсильвания. А, так это не вы у Добрыни бываете? Это я у Добрыни бываю, и он у меня бывает, да. Ну, в стримы от него обычно, или вы тоже стримы с ним ведете? Не, я стримы не веду. Он ведет, а он меня просит, так, чтобы я поприсутствовал для разнообразия. Ну, может, вы меня видели, Добрыня меня хорошо знает. Олег Демклуб, слышали? Честно скажу, не знаю. Может быть, Добрыня знает, может быть, Рома знает. Рома знает меня, да. Узнаете, скажите, Олег Демклуб встречали в рулетке. А, так это вы нормальный человек из Канады, значит, это вы. Ну, я понял. Ну, я, да. Я по имени не помню, но говорили про вас много, да. А вы тоже давно в Штатах, лет 26, да, или поменьше, чем Рома? Ну, я уже скоро будет 31, я с 92 года. А, откуда приехали? Уехали откуда? Из Минска. А, понял. Ну, я смотрю лицо знакомое и сразу вспомнил, с Добрыней видел. Ну, да, с Добрыней. Мне иногда говорят, что я с дядей Славой попадал иногда пару раз. Вы знаете, он очень долго со мной разговаривал. Почему-то начинают некоторые мне говорить, что я его агент. Ты агент дяди Славы, блядь. Ну, украинцы. Надо бы мне тоже как-нибудь к Добрыне заехать в гости, если пригласить. Ну ладно, это дело будущего. Нет, так приезжайте, почему нет? Почему? Ну, сейчас, летом-то я не приеду, это когда офф-сизон надо приезжать, когда вот там дожди, то все, нечего делать, сел, приехал. Ну ладно, разберемся. А что вам делать? Приезжайте сейчас. А что такого? Сейчас хорошо у нас. Да не очень жарко, не очень холодно. Да, я знаю, да. У нас получше ли в это время, у вас пожарче. Ну, ладно, разберемся. Тем не менее, закинь удочку, что Роме. Как-нибудь я соберусь, приеду. Рома будет стримить. Рома будет стрим вести, опять он приедет сюда, я не знаю, он будет у меня дома, или он будет у Юры, там еще такой парень есть, знаете, такой русский, со Львова. Ну, Юра, Юра Львовский. Такой мордатый такой. Да, он такой побольше немножко. Или он будет у него, или он будет у меня, но он приедет, он сказал, на выходные на эти он приедет, наверное, стрим будет в субботу он будет стримить, наверное, днем, я так думаю. Ну ладно, увидимся. Я к Добрыне захожу, как только вижу там. Хорошо. Давай успехов, до связи. Хорошо, успехов вам тоже. А, так ты мой. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей, отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну, уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете ничего такого? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Вау. Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Все ж є земля, а ви ветер. За родную Россию, как у сих их Россию. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов,
Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Это шоу-стрим. Мы сделали украинским уголовным чиновником. Италец! Да. Украина, которая... Это серьезно. Группа экономическая. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.